Всем привет! Сегодня я познакомлю вас со своими скалами. Сейчас я буду их кормить. Они тут вовсю летают. Вот, знакомьтесь. Это Кевин. А это Каролина. Это девочка весом 100 кг. Это мальчик вес в районе 1 кг. Кевин, хочешь кушать? Смотри. А? Будешь? На. Да. Ой. Держи. Да. Угу. Голодный, что ли? Чё, девчонка не дает тебе кушать? Да. Ладно, не будем пугать. Отойдем. Да. Остальных цыплят я положу здесь. Ждал, пока мы отойдем. Да. Да, да. Да никто не будет ничего отнимать. Это гибрид. Балобан с кречетом. А это чистый балобан. Сейчас спрячемся и подождем, пока самка сама прилетит сюда кушать, когда сядет. Надеюсь, через эту щель будет видно. Сейчас она должна сюда подлететь. А вот и она. И полетела обратно. Кевину не нравится, что она ест его цыплят. Повыше пошла. Кевин, а ты сюда пойдешь кушать? Лети кушать сюда. Или ты уже все? А, ты к ней хочешь теперь, да?
Кевин, ну не отнимай у нее цыплят. Она сейчас тебя стукнет. Кевин, ну иди сюда, вот же цыплята. Ты мужик или не мужик? На, я тебе еще сюда положу. Конечно. Ты же мужик, ты чего у дамы ты просишь покушать? Ну. Сейчас возьмем еще немного цыплят и положим ему. Да. 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 Давай, иди сюда. Конечно. А девчонка-то сейчас, не задумываясь, заберет твоих цыплят. И тебя еще столкнет отсюда. О, она уже засмотрелась. Попробуем спрятаться за дверью. Ага. Болтун спустился со своими цыплятками. Ладно, не будем мешать им кушать. Ну а с вами, дорогие подписчики, я прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.